Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Для меня очень важно, пишите вы, чтобы человек ставил в приоритете меня выше, чем своих родителей, а вернее мать, потому что всегда он ее ставит на первое место, и она бывает за собственного деньги. Да и вообще, я считаю, что если мы собираемся жениться, то должны быть друг у друга на первом месте, помимо себя. А потом еще другие в иерархии. Мы уже подали заявление, и в декабре роспись. Но опять случилась ситуация с его матерью, он сказал, что должен помогать семье, меня это не касается. Я не хочу это принимать, чтобы меня опять ставили ниже всех. Если я даю человеку всю любовь, хочу от него того же. Так вот, завтра стоит разговор об этом. Я хочу донести до него так, чтобы не расставаться. Как правильно ей сказать, какие можно найти компромиссы, помогите, пожалуйста. Если мы говорим о компромиссах, то как минимум нужна сторона еще другая, то есть сторона вашего молодого человека, вашего жениха. Вот, нужно увидеть и услышать, на какие компромиссы готов пойти он, и нужно увидеть и услышать, на какие компромиссы готовы пойти вы. То есть совершенно очевидно, что и вам нужно услышать его в той или иной степени и признать, что для человека это важно, и если он не видит в этом проблемы, то он в этом проблеме не увидит. Но нужно также признать, и что для вас есть нечто важное, и что как бы с вами тоже необходимо считаться. Вот. Поэтому как-то так. Я бы сказал, что и у молодого человека вашего есть трудность в том, что он, очевидно, вот как-то к маме достаточно привязан, да? А и у вас есть проблемы, что вот, что вы вот как-то на первом месте хотите быть, и для вас болезненно, когда этого не происходит. И, соответственно, на мой взгляд, компромисс, лучше находить, если осознавать, проводить такое разграничение, где ваши, условно говоря, именно проблемы, страхи, а где как бы реально ваши ценности, предпочтения и выбор. Потому как, если вы не принимаете что-то, то это ваше право, но как бы вы человека-то не измените. Вот. Понимаете, если вы любите, то вы принимаете человека таким, как он есть. Но вы вправе этого не делать. А человек вправе как бы не быть таким, каким вы хотите его видеть. Вот. Просто что для вас поиск компромисса, вот в чем, как мне кажется, мог бы быть вопрос, потому как если для вас поиск компромисса это, например, допустим, если для вас поиск компромисса это изменение человека, да, то нет, это довольно-таки деструктивная, как мне кажется, история. Если для вас поиск, действительно поиск такого решения, то это определенные договоренности, да, то есть, как бы, сегодня мы помогаем, там, условно говоря, своей маме, да, там, мы помогаем, там, завтра мы помогаем, там, что-то делаем для нам, да, то есть сегодня мы делаем что-то для твоей мамы, завтра мы делаем что-то для нас и так далее. Вот, такая вот история, в принципе, так я это вижу. Вот. А дальше нужно разбираться уже в общем и целом с тем, как именно это все сделать. Вот. Как именно можно это, условно говоря, провернуть. Вот. Как-то так, я думаю. Вот, просто со своей стороны, и мне показалось, что
вам именно важно вот, чтобы быть на первом месте. То есть как будто бы вам показывали, вот, что вы важны, а вы вот в себе так как будто бы, ну, не сказать, чтобы прям уверен. Вот, и если это так, если у вас действительно есть вот эта вот история, то есть от того, ставят вас там на первое место или нет, зависит ваше ощущение, вот, то это, мне кажется, является вашей личностной проблемой, и с ней нужно отдельно работать. Вот, обратите внимание, пожалуйста, на то, как вы вот, ну, как бы, пишете о том, что вот случилось что-то с вами, мне там опять говорите, вы поставили ниже всех, ну, в смысле ниже всех. А это не ниже всех, это не, как бы ниже, в данном случае, вам, его мамы, я так понял, ну, и то, как бы, не на, ну, и то, как бы, ненадолго, да, вот. И поэтому молодому человеку есть свои границы, у вас, как бы, есть свои, и у вас есть определенные потребности, о которых нужно более правильно говорить. То есть озвучивать не требования, что вот ты не помогай маме больше, а озвучить именно то, чего вы хотите, и уже смотреть, как вы можете помочь вам в удовлетворении ваших потребностей, как вы можете помочь молодому человеку в удовлетворении его потребностей. Понимаете? Вот. То есть это именно такая вот доверительная, эмпатичная беседа в плане выяснения того, кто что хочет и кто как видит способы ну, реализация этого, понимаете? А такая история, что вот мы делаем так как я сказал, да, или так как ты сказал, и так далее. Вот, то есть это, ну, позиция совершенно, совершенно точно позиция, ну, в никуда. Просто ведущая. А вот. Поэтому я бы, наверное, вот какой-то такой бы ответ вам дал, и какое-то такое вот видение бы в целом предложил. Вот. То есть готовы ли вы меняться? Вот, потому что меняться необходимо. Да, становиться более уверенной, более такой вот самостоятельной, более независимой от того, что делает ваш муж, раз мы живем в такой парадигме. Вот. Готов ли меняться ваш будущий супруг, и, как бы опять же, если у вас есть вот такая вот история, понимаете? Но в целом это очень похоже на просто разницу, ну, как бы разницу, на разницу в, скажем так, ну, приоритетах, как бы. Ну, вот, и в целом это очень похоже на разницу в, ну, вот, приоритетах, на разницу в этой вот самой иерархии, о которой как раз вы вот говорите, то есть для вас вот иерархия это как бы одна, да, для вас это выглядит, а, ну, как бы, для него это вот немножечко другая история, вот, и, ну, опять же, это нужно, на мой взгляд, принимать и учитывать, вот, понимаете, вот. Опять же, взрослые люди, да, они, ну, как бы, они договариваются. Вот. Взрослые люди, которые устраивают отношения, договариваются. Вот. Как мы делаем, что мы делаем и так далее. Вот. Ну, естественно. А вот эти договоренности могут, как бы, ну, корректироваться и так далее. Вот. То есть я бы сказал, что с учетом того, что у вас вот как бы иерархически и в целом взгляды несколько разнятся, да, вот, я бы сказал, что вам, ну, может быть, рановато еще именно что жениться, потому что, может быть, вы не подойдете друг к другу. То есть молодой человек, как бы у него приоритеты такие, вопрос в том, видит ли он проблемы и так далее, у вас как бы, ну, вот, свое видение, свои приоритеты, это тоже имеет место быть, понимаете,
Когда, например, вы говорите, да, что расставаться, а почему, собственно, расставаться? Почему, как бы, вот есть такая вот, как будто бы, угроза, да, того, что вы, ну, типа, расстанетесь обязательно, почему так? То есть, нельзя разве поговорить и просто озвучить, там, не знаю, свои желания, свои потребности, свое видение, наконец, ситуации. То есть, как бы, почему сразу расставание речь идет? Это, мне кажется, признак, скорее, такой, знаете, незрелости, вот, в отношениях. И, возможно, вашей незрелости с женихом. Я имею в виду психологической незрелости, как бы. То, что вы взрослые люди, то, что вы там уже себя обеспечиваете, это понятно. Но просто такая вот категоричность в суждениях, как ваше, так и его, ну, как бы, не хорошо. Вот, необходима определенная гибкость. И в вашем случае, поскольку к нам обратились вы и я, вот могу сказать, как бы, что вы вот конкурируете с его родителями. Это бессмысленно, потому что мама и всегда будет находиться на особом месте для человека, если он, как бы, ну, в это вовлечен. Вы же не мама. Вот, то есть, ну, гипотетически вы могли бы быть, ну, могли бы конкурировать, да, только если бы вы для него были мамой. И кто знает, может быть, в этом смысле вы как раз-таки занимаете родительскую позицию, требуя, там, выражая определенные директивы, определенные команды и так далее. А это, ну, путь, как бы, в никуда, на самом деле. Вот. Поэтому лучший способ уйти от конкуренции, это вам, с одной стороны, осознать, как бы, что, как, конкурировать, вот именно, конкурировать можно с кем угодно, только на своем поле. То есть, что значит, ну, все значит на своем поле конкурировать. Это значит, что если вы являетесь, как бы, ну, романтическим партнером, да, женщины своего мужчины, то вам нужно оставаться женщиной. И быть женщиной, а не вступать в поле матери, да, где она в любом случае вас, как бы, обойдет, нас, она и есть мать. Не вступать в это поле, а оставаться, как бы, в своем поле. И быть для него, например, такой женщиной, ну, как бы, база-то у вас уже есть, судя по всему. Ну, вот. И оставаться такой женщиной, которая, ну, вот, вызывало бы у него желание, как бы, помогать, да, вызывало бы у него желание, там, защищать, вот. На первом месте, ну, как бы, да, там, поддерживать, словно говоря, на, вот, и так далее. Вот это очень важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому рассмотрите вот как раз движение в этом направлении. Вот. Если нужно подкорректировать модель женского поведения, если нужно подкорректировать, повторюсь, вашу собственную проблематику, такую как тревожность по поводу того, что вы не на первом месте, т.д. и т.п., и если вы сами готовы к этому, мы поможем с большим удовольствием. Вот. Если вам нужна в этом помощь. Если, как бы, вы считаете, что с вами все супер, и что нужно искать компромиссы, но, опять же, повторюсь, направление, ну, направление, вот, которое вам нужно выбрать. Это значит,
для выстраивания, ну, конструктивного диалога с человеком. Это фиксация на вашем желании, то есть на том, чего вы хотите, и на как бы предложение своих вариантов реализации этого и прислушивание к, к вариантам молодого человека. И коль вы говорите, что он у вас на первом месте, это совершенно не означает, что вы у него на первом месте. То есть, как бы у человека могут быть разные приоритеты. Вот. И это зависит от ценности, а ценности у людей, как бы, ну, устоявшиеся, как правило. Поэтому такая вот история в данном случае. Вот, вот так, в принципе, я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. А? На этом все. Надеюсь, что помог вам лучшим способом решить эту проблему вместе с молодым человеком обратиться к психологу за семейной консультацией. Вот, а желательно на несколько. Я бы не ставил в приоритет сейчас роспись и так далее. Вот. Я бы ставил все-таки в приоритет сейчас именно какое-то вот понимание того, вообще можете ли вы быть вместе как семья и так далее. Вот. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.